сердца. Рифмы есть, а денег нет. Треснем, говорит, водки для потенции. Да поговорим лотком о судьбе интеллигенции в государстве воровском. Как с ним не выпить, бегает, как маятник. В глазах горят бенгальские огни. Ну, выходные, сами понимаете, у мужиков критические дни. По российской, по традиции, пили много наповал. Надрался до конницы, а потом запричитал: ой, сироты мы, сироты, это ж при живой стране. Для чего же эти ироды, толерантные ко мне? Глянь, как они за родину родили, перестроили бардак, бордель, и совсем бедняги похудели. Но без буквы «Т» и буквы «Д» похудели, похудели, похудели. Но без буквы «П» и буквы «Д» не по лжи я жил как следует. Был горой за них всегда. И на каждом референдуме отмечал: да, да, нет, да. Где ж вы, бедные иллюзии, либеральные мои? Так реформами контузило, что нет напора у струи. Уже стемнело, мы прилично с ним натрескались и наливали мимо рюмок. Наугад он все шумел, косил под Чернышевского. Что делать, блин, и кто, блин, виноват? Он сказал: вставай такой-сякой. И пошли мы с ним в народ. Он с ненормативной лексикой словно с песней шел вперед. Где, кричал, культурная общественность? Вновь по кухням, вновь молчит. А сохранить хотите девственность и оргазм получить? Так не бывает, он написал на здании тайной канцелярии. Даешь, капитализм с человеческим лицом пририсовал зачем-то гениталии в кубистском стиле, хреном Пикассо. Поздно ночью мы пришли домой. В коридоре я уснул без сил. Ну, жена спросила, что со мной. Тут сосед ей объяснил: видишь, говорит, в стране тенденция. Просто стыдно говорить, спит теперь интеллигенция. Ну, а так как нету Герцена, значит, некому будить. А жена говорит: я вам, гадам, буду Герценом. И эсеркаю Каплан, и Чубайсом вместе с Ельциным. Марш, мерзавцы, по углам. У жены я спрашивал: где же моя любимая? Мне жена ответила: скалкой между глаз. А я у скалки спрашивал: где же моя любимая? В общем, выпил лишнего. Скорбный мой рассказ. Подойдет к концу неделя быстротечная. Пойду к соседу, вот он будет рад. И дорешаем мы вопросы вечные. Что делать, блин, и кто, блин, виноват?